Доброе утро. Сегодня второй день нашего отдыха. Мы собираемся на завтрак. Идем в ресторан на завтрак. Ой-ой-ой. Где дети? Не знаю. Лази. Запись телефон. Сейчас я им позвоню. Здесь в ресторане есть детская площадка, как раз для наших. Пап, ты чё в тапках зашёл? Ау! Не бойся. Смотри, чтоб не упала, Ансар. Ну да, привыкать надо. Приятного нам аппетита! Сегодня мы заказали молочную кашу и кофе. Маленькое, маленькое. Кушай, кушай. Кашку кушает, это рисовую. Мы собрались в аквапарк, бассейн. Мы приехали в аквапарк Tree of Life называется. Какой теплый воздух, ветер теплый. Сейчас
сейчас они выйдут, сказали. Нет, самой. Мика? Хорошо, катайтесь, потому что идешь? Мика, Бергель! Садись, не вставай! Ансар, не балуйся! Thank you.
пойдешь с ней? Пойдешь? Она не идет. Есть еще выход на море. Мы сейчас пойдем на море. Красота, лепота, как в Дубае. Дети с мамой остались в аквапарке, а мы идем с папой на море. Какой песочек мягкий, тепленький, ё-моё. Красота.
коляску. Водичка холодная. Пришли все на море. Вон, положи туда на Мишу. Давай, мам, давай, давай. Чтобы не заморало. Идите, купайтесь, я вас снимаю. Самира. Привет. Я на Черном море. Как он сам забывает еще, да? Мама, привет, я вопрос. Я в Париже, да? Вон Тина летает. Зашли в кафе покушать. Thank you.